Привет, у вас. У меня для вас есть несколько, не совсем, скажем так, хороших моментов в том, что если после всего того, что, образно говоря, сделал мужчина, да, вот, если после всего этого вы по-прежнему хотите быть с ней, да, вот, то я боюсь, что у вас несколько занижена самооценка в таком случае, вот, и если у вас занижена на самом деле самооценка, то я бы вам рекомендовал бы в первую очередь поработать, наверное, именно с ней, именно с этим. Я бы рекомендовал вам в первую очередь поработать, поднять немножечко самооценку. Вот, а там еще дальше смотреть, что можно, в принципе, сделать. Если вы поднимете самооценку, если вы поработаете со своими, условно говоря, страхами, которые у вас есть, вот, то ситуация может быть разрешится благодаря перемене вашего поведения, благодаря тому, что вы станете вести себя немножко по-другому. Вот. И, соответственно, от мужа своего зависит уже будете, мягко говоря, не в такой степени, в какой зависите сейчас. Потому что сейчас вы от него зависите настолько, насколько это, ну, вообще возможно. Вот. То есть как бы вы очень сильно зависимы от человека. Вот. И на данный момент сейчас это то, что вам мешает. Значит, вот такая вот история. Если у вас семья, еще один вопрос, на который вам нужно, на мой взгляд, самой себе честно ответить, если у вас семья. Потому что мне кажется, что как раз-таки семьи у вас и нет. Потому что ваш муж уже давно достаточно живет в каком-то смысле своей жизнью, вот, и вы с сыном его, как я понял, не особенно интересуете, к сожалению. Вот, поэтому семья — это все-таки немножечко другое. Семья — это когда между людьми есть забота, между людьми есть чувства и так далее. А вот здесь, как бы, муж демонстрирует совсем другие модели поведения, которые, ну, мягко говоря, не соответствуют тому, что делается в семье. Вот, и как бы идея контроля, которую вы продвигаете, это момент борьбы вами со своей тревожностью, которая у вас есть. Тревожность.
речь идет о ней, о тревожности, а о страхах. И с этим нужно работать. Но я думаю, что, конечно, в какой-то степени есть еще и проблема заниженной самооценки. Вот. Но это уже немножечко деталь. Вот. То есть это важно, безусловно. Вот. И с этим нужно работать. Так или иначе. Вот. На этом все. Я надеюсь, что это вам было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что когда вы переварите то, что я сказал, то вам дадите некоторую обратную связь. Вот. Такая вот история. Ага, на этом все. Всего вам самого доброго. Надеюсь, ситуация будет разрешена.